Здравствуйте, мои дорогие. Слушайте, я давно хотела сделать. У меня оставались три старые очень помады. Никогда я, в общем, не подумала, не знала, потому что не знала, как сделать, потому что у меня электроплита. И как растопить вот эту помаду? В общем, смотрите, я даже не думала, что столько вот. Вот это количество, вот такое количество вот здесь вот внутри было. Вот тут у нас внутри. Видите, как глубоко еще помада? Вот эти три, они мне очень нравились, но они закончились. То их, я даже не думала, что внутри такое количество помады. В общем, я одну выковырила, еще эти две выковырю, тоже смешаю. Они такие пастельного оттенка. Возьму вот над свечкой, в этой ложке растоплю и залью вот в эту старенькую, у меня такая коробочка была, и посмотрю, как получится. В общем, с Богом мне.